Что ж, судя по прогнозам погоды, еще погреемся, а у дорожных и коммунальных служб есть время закончить ремонтные работы. Это особенно актуально для дома ПМК-8. Напомним, жильцы обратились в редакцию накануне прямого эфира с главой района. Они просили о помощи. Их дом когда-то принадлежал профилакторию «Химволокно». Потом его выкупила частная фирма «Эгера». Но 2 года назад просто бросила на произвол судьбы. Потом дом приняла управляющая компания «Теплосеть». Но коммуникации дома настолько изношены, что необходимо принимать кардинальное решение. Ситуацию взяла под контроль глава Клинского района. Сегодня на плановом совещании Алена Сокольская озвучила решение о созыве экстренного совещания. Нам нужно предметно поговорить по этому дому, поскольку мы уже приняли, по земле оформили мы, да, после решения суда, или еще нет, Евгения Борисовна? Уже все есть, решение суда, и уже землю передали муниципалитету. Значит, нужно смотреть дальше, возможность рассматривать все-таки этот дом, что он у нас, аварийный, не аварийный. Нужно все-таки принимать более серьезные решения на предмет организации работы по тому, если мы этот дом сохраняем. Это одна история, значит, мы должны думать по котельной, по водопроводу. Если мы его не сохраняем, значит, мы должны предусмотреть переселение граждан. То есть надо продумать очень четко все по этому дому. Я прошу собрать совещание на конец недели.